Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Журавлева Ирина Витальевна, и в моей следующей лекции мы с вами поговорим о дисциплинарных взысканиях, о том, в каких случаях их можно применять, в каких случаях их нужно применять, как это оформить с учетом всех требований Трудового кодекса и как сделать так, чтобы эти дисциплинарные взыскания действительно мотивировали работников на дальнейшую эффективную работу. Смотрите на видеоконсультант.